Новости региона. Проект реконструкции автотрассы Кызылорда-Жезказган под непосредственным контролем президента страны. Реализация данного проекта с большим нетерпением ждут в народе. Первый заместитель руководителя аппарата правительства Габит Сыздыкбеков в ходе рабочей поездки в область тщательно знакомился с работами по реализации проекта. 204 километра автотрассы, проходящие по территории области, разделены на 6 лотов. 4 подрядные компании – ТО «Кран», Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация, Дорожная инженерная корпорация «Гуйчжоу» и «Стиколь Корпорейшн» в прошлом году провели подготовку к предстоящим работам. На сегодня заготовлена большая часть необходимых материалов. Старт большому проекту дан по инициативе президента страны. Аким области отметил, что это долгожданный проект для населения, и регион внесет свою лепту в его реализацию на высоком уровне.